Гулюпа, принеси мне, пожалуйста, лекарство. Сейчас. Гулюпа, воды. Сейчас. Гулюпа. Иду, иду. Побыстрее, пожалуйста. Да, 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 иду. Гулюпа, подушка. Гулюпа, трава. Гулюпа, кушать. Гулюпа, хлеб. Гулюпа, яблоки. Ой. Ну все, иди. Мой сериал начался. Алло. Алло, мам, привет. Ай, доченька. Хорошо, что позвонила. Все хорошо. Мам. Да. Я хотела сказать, что я сегодня задержусь. Не переживай. А что случилось? Нам по истории задали реферат. И я сейчас у Шахнозы. Мы вместе готовимся. Хорошо. Не задерживайся. Хорошо, мам. Хорошо, что позвонила. Оф. А, Азамат, ты пришел? Да. А что, соскучилась? Честно говоря, не было времени скучать. Так, а почему? Чш, потом расскажу. Какие новости? Представляешь, опять у соседей украли курицу. У них вроде козу украли. Да, козу украли у других. У Ибрагимовых. А сегодня ночью курицу украли у Исаевых. Ой, какой ужас. И это всего за одну неделю, а? Ладно, курицу. А как крадут корову, барана? Лучше ты накорми меня. Ужин готов? Пойдем. А? Что ты хотела сказать? Чш, потом расскажу. Ну ладно, я переоденусь и подойду. А ты чего сегодня такая усталая? А ты что, забыл про вчера? Можно я у вас переночую? Я помню, не забыл. Я даже помню, что было дальше. Ой, тетя, ну что вы? Пойдемте, проходите. Да что вы стоите? Проходите, раздевайтесь. Я всего лишь на один день. Не переживайте. Ну что вы? Ой, Гулюпа, не утруждайся. Я могла бы на полу поспать. Мне бы лишь бы переночевать. Ой, ну тетя, вы же всего на одну ночь. Ложитесь здесь. Ой, да ну вот. Ну ладно, ладно. Очень вкусные манты. Спасибо, тетя. Очень вкусно. Есть еще? Положи. Ку-ку. Хорошо было бы на завтра такой вкусный бешбармак. Я так люблю бешбармак. А может быть это? Вот. Гулюпа? Гулюпа!
А утром встала, натопила печку, приготовила в казане бешбармак. Потом взбила подушки, начала убираться. Она стала чихать, я принесла ей лекарства. Ой. Эй, ты узнавала, когда она уедет? Ой, стыдно же. Как я такое могу спросить? Она все-таки жена моего брата? Ага, пятиюродного брата. Ой, Азамат. Когда ты пришел? Да, проходите. Ах, проходите. Как дела? Пройду на свое место. Проходите, присаживайтесь. Ой, как хорошо. Я слышала, тут у вас воровство процветает. Тетя, возьмите. Спасибо. Вот, вот ложка. Да, в последнее время краж очень много. Очень плохо. Ой, я хотела навестить свою подругу в соседнем селе. А, да, сходите. Да как я поеду, когда тут полно воров? Да тут же мои вещи. Зарина, давай я тебя провожу. Нет, спасибо, я пойду по короткой дороге. Байке? Что вы делаете? Так это вы вор, да? Зарина, забудь все, что ты здесь видела. Все забудь то, что ты видела, поняла? А иначе ты просто пожалеешь об этом. Я все о тебе знаю, все знаю. Из-за тебя твои родные могут пострадать. Поняла? Поняла. Я живу рядом, не забывай. Если ты кому-нибудь расскажешь, узнаю. Ты поняла? Я говорю, ты поняла? Поняла. Смотри в глаза. Если надо будет, не пожалею. Поняла? Давайте чай пить. Тетя, берите. Ай, Зарина, ты уже пришла? Да. Ну что, ты закончила реферат? Да, закончили. А-а-а. Сегодня у соседей опять украли курицу. Ничего себе. Зарина, ты не заметила? А наше время. Даже если что-то увидел, лучше промолчать. А то потом так по милициям затаскают. Зачем нужно себе наживать врагов? Как теперь быть? Значит, ты ничего не заметила? Ой-ой-ой. Нет. Идем чай пить, Зарина.
Ладно, вечером приходите. Давай. Сегодня же у папы день рождения. Тетя Назира, вы с нами пойдете, а? Нет, не пойду. Лучше скажи, где что лежит, а то я забываю. Тетя Назира, а вы разве с нами не пойдете? Нет, Нурдин, неудобно же. Да что там мне делать? Лучше сами сходите. Люба, давайте побыстрее. Тетя, может быть, с нами пойдете? Да нет, в селах же скучно. Лучше я дома посижу. Может быть, пойдете? Было бы хорошо. Нет. Тебе же дороги твои братишки, да? Азамат, последнее время Зарина какая-то странная, тебе не кажется? Да, сегодня она сама не своя. Я тоже это заметила. Какая-то молчаливая. Спроси-ка, узнай, что с ней. Да, я поговорю. Что же они не берут? Я уже переживаю за Самата. Да не переживай ты. Что с ним может случиться?
Сейчас выйду. Сейчас. Ну, ты чего испугалась? Это ко мне пришли. Алло, 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 мама! Что вы трубку не берете? Как там Самат? А, все хорошо? А я уже распереживалась. Зарина! Зарина! Да, мам. Сходи к соседям, принеси яйца, а то я не успеваю. Ну, мам, на улице же темно, я уроки делаю. Ну, да быстро сбегай, давай иди. Зарина, доченька, что такое? Ты в последнее время совсем другая. Я начала волноваться за тебя. Что случилось? Расскажи. Пожалуйста, не молчи, доченька. Доченька, что бы ни случилось, все-все расскажи. Я ругать не буду. Что бы ни случилось, мы вместе найдем выход. Я не буду давить на тебя и заставлять. Подумай, доченька. Потом поговорим. Хорошо? Зарина, что было дальше? Расскажи. Я проснулась. Шахноза. Я каждую ночь так просыпаюсь. Я устала. Я больше не могу так. Я бы на твоем месте все рассказала бы папе. Но я же дала слово никому не говорить. Ну, мне же рассказала. Но ты же моя подруга. Да, я очень хочу тебе помочь. Только я не знаю, как. Может, тогда маме расскажешь? Вы же с ней как друзья. Как там Самат? Поговорили? Вчера только звонила. Он целыми днями катается на горке. Папа, мама, я хотела бы кое-что рассказать. Что ты хотела сказать, дочь? Садись. Идем. Ну? Я все решила. Нужно предотвратить следующее преступление. Доченька, ты приняла правильное решение.
Мы с мамой всегда будем с тобой рядом. Мы всегда будем тебя защищать. Не бойся, дочь.